Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Fielder гибрид 2014 год в красивом черном цвете, бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 74 лошадиных силы, гибрид 45 кВт, КПП, передний привод, оригинальные литые диски на хорошей летней резине, пробег 144 тысячи километров, аукционный балл 3,5. По салону чистый ухоженный салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, режимы эко, антиюз, мультируль, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал.